В этот день в столице по инициативе и при поддержке Ассоциации промышленников горно-металлургического комплекса России и Центрального совета ГМПР прошли торжества по случаю празднования Дня металлурга. В 2017-м он отмечается уже в 60-й раз. В Большом зале Российской академии наук собрались представители предприятий из 32 регионов страны, в адрес которых прозвучало множество теплых слов благодарности за труд, за верность традициям и преданность делу. Во все времена с большим уважением всегда и везде люди относились к труду металлурга. Вы, наверное, помните о том, как в давние времена кузнецов называли кудесниками, говорили о том, что они знаются с нечистой силой. Наверное, в этом есть какая-то доля правды. Но я хочу сказать, что такое современная металлургия? Это тысячи профессий, представители которых своим ежедневным трудом вносят ту посильную лепту, которая необходима для производства металла. Поэтому всех тех, кто своим трудом помогает увеличивать индустриальную и оборонную мощь нашего государства, всех тех, кто создал для нашей металлургии тот ореол его почета, российская металлургия – это одна из лучших металлургий в мире. Я и хотел бы сегодня вас, присутствующих здесь в этом зале, в вашем лице все трудовые коллективы, всех людей нашей профессии поздравить с нашим профессиональным праздником Днем металлурга. Продолжились торжества чествованием победителей престижного отраслевого конкурса предприятия горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности. Он прошел уже в 14-й раз, а его участниками стали 56 предприятий из 24 регионов России. На сцену за дипломом в этот день поднялись представители сразу трех комбинатов компании «Металлоинвест» – ОМК, «Уральской стали» и «Михайловского ГОКа». Железногорцы и новотрайчане признаны лучшими в номинации «Развитие персонала», а «Оскольские металлурги» одержали победу в номинации «Социально-экономическая эффективность коллективного договора». Благодаря вот такой взвешенной политике руководства компании, руководства предприятия, мы сегодня очередной раз победители конкурса предприятия высокой социальной эффективности в основной номинации «Эффективность коллдоговора». И, пользуясь моментом, хочу сказать огромное спасибо всему коллективу комбината, возглавляемый управляющим директором Шляховым Николаем Александровичем. Огромное спасибо акционерам компании «Металлоинвест», совету директоров, управляющей компании за вот такой социально ответственный бизнес, благодаря которому коллективный договор Оскольского электромеханического комбината сегодня в отрасли является эталонным. И итоги, они видны, что мы победители, что мы лучшие. Поэтому здорово, что есть еще вот такой социально ответственный бизнес. Здорово, что политика компании и ценности компании – это все-таки трудовые ресурсы, это все-таки люди, это все-таки коллектив. И коллектив с полной отдачей показывает, что если о нем заботиться, то отдача тоже будет. Финансовая и социальная защищенность, стабильность, уверенность сотрудников в завтрашнем дне – это и есть ответственный бизнес. Путь, по которому твердыми и смелыми шагами идет компания «Металлоинвест». Итоги 14-го отраслевого конкурса предприятия горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности – яркое тому подтверждение.